Следующим вариантом соблюдения структуры, и в данном случае жесткой встречи, будет работа с партнером. Состоит из трех ступеней. Упражнение не мое, посмотрено. Бог знает, когда, на какой форуме одного из участников, но длительное время применяется с успехом. Мы очень довольны. Как раз здесь можно поставить тот самый джеб, жесткий стопер, которым, если что, можно и сожрать на жопу. Итак, первый раунд. Мы становимся. Партнер подходит с подушкой, выстроит структуру, он на нас давит. Держим, держим, держим. В какой-то момент ослабляем ноги, не ломаем верхнюю структуру. Мы отскакиваем, у нас должно его давление отбросить. Второй раунд. То же самое. Я выстраиваю структуру, а партнер идет на меня и давит. То есть здесь уже присоединение. Опять же, держим, держим. И нас отбрасывает, не ломая структуру. И третий, самый важный момент. Главное правильно найти это сочетание. Мы стоим на месте, противник идет на, не бежит. Иначе вы не угадаете, вы локоть травмируете. Он идет, но старается пройти сквозь нас. Вот здесь будет заключаться самое главное. Я стою, готов, он идет на меня. Моя задача его остановить. Если вы делаете неправильно, что возможно? Например, он идет, ловите поздно. Все. Вас продавили. Нет структуры здесь. Он идет, вас отбросил. Либо же, вроде бы, вы поймали верхнюю структуру, но нет соединения с корпусом. Вас опять же отбросил. Повторяю, вы должны жестко встретить и остановить. Даже если противник, партнер в данном случае, весит гораздо больше вас, вы должны жестко встретить, и вас цельно должно отбросить. Но противник должен притормозить. Таким образом нарабатываем несколько раундов каждого элемента, допустим, по минуте, по три. Ну и, соответственно, если мы говорим о подготовительных упражнениях, которые можно делать перед этим, то, что мы видели, стойка на одном кулаке. Но это не просто лишь как отстоять, кривляясь. Нет, уже самостоятельно вы выстраиваете ту самую жесткую структуру. Вот мы встали на два кулака, четыре точки опоры. Теперь мы переносим опору на один. Корпус ровный, никаких прогибов, ничего. Вот это тот самый вариант, который будет втыкаться в цель. И стоите правильно, сколько можете, это важно. А не то, сколько вы просто переборете себя и выстрелите. Здесь важна именно цельность структуры. Именно она позволит вкладывать всю массу в цель и жестко встречать и ронять противника.